Всем привет! Прости, привет. Мы опоздали. Ничего, мы не хотели. Над чем ты сейчас работаешь? Вообще-то, это секретный проект. Эй, Рафа, а ты как? Все по-прежнему? Зависаешь в сети? Король сети взломал все беспроводные соединения, какие есть вокруг. Правда? Обычно да. Но у меня появилась идея. Сыграем в игру. Две команды. Я вам кое-что покажу. Приложение дополненной реальности. Попробуй и скажи мне, что это такое. По-моему, это опасно. Рафа, что это за приложение? Какая-то игра? Ты хочешь сказать, что установил на обычный телефон такое приложение, которое может заглядывать в будущее? Только на 30 секунд. Скажи, что это было? Там ты на видео, Рафа.